Канал Таежный обитель приветствует вас. Сегодня я покажу, как сделать элементические стружки топором и растопить печку. Ну, чтобы не обидеть тех, кто наливает чай и пьет его со мной, я традицию не нарушаю. Опа. Чай вам, чай заваренный. Я уже говорил, друзьями подаренный. А мною заваренный. Пью я его с сахаром. Очень вкусно. Ну ладно. Опа. Так. Ножом все видели. Но бывает, что нет ножа или нож не такой. Топором тоже очень удобно. Вот этот топор на одну сторону заточенный, он как раз будет как струк. Вот он. Получаются вот такие стружечки. Вот такие стружечки. Вот не ленимся, чтобы лучше взялось, лучше побольше настрогать. Разжигалка как заварка. Чем больше, тем лучше загорится. О, стружечки такие. Вот они. На одну сторону топор очень их удобно делает. Переворачиваем. Вот замечательные стружки. Я уже говорил, что начинают они вот с этих тоненьких. Сейчас мы их соберем в кучку. Так вот кучку соберем. Вот собираются они вот так. Эти в одну сторону, а эти толстые в другую. Я еще раз объясняю, что они начнут с тоненьких, легко возьмутся, а потом уже, когда дойдут до толстых, они уже создадут жар. Хороший жар. Как эвенки ложат дрова в печку? Они ложат два полена вот недалеко друг от друга. Вот так примерно вот. И между них тоненькими наружу, толстыми внутрь, ложат стружечки. И все. И накладывают дрова сверху. Накладывают сверху дрова. Вот так. Ну, я много не буду. Мне просто не надо. Все, взяли спичку, с одной, с двух спичек, с трех, это уже не имеет значения. Бывает, когда сильно промерзнешь и руки не держат спички, то уходит очень много спичек. Ну вот, теперь закрываем, и процесс пошел. Все, процесс пошел. Вот они загорелись.
Медленно, но уверенно. Сейчас загорится. Тяга у этой печки не шибко. Два барабана вот у ней. Сначала надо, чтобы по всем барабанам прошло. Этот барабан в том барабане. Там вставлена пластинка. И по ней, как по обводам, вот так еще. А этот второй барабан, он греется лучше, чем сама печка. Ну вот, все тут. Вот сегодня я вам хотел показать вот этот прием топором делать стружки. И показать, как эвенки разжигают печь. Все, теперь не погаснет. Так. Ну все сегодня. Всего вам доброго. Удачи, радости, здоровья. Творчества, гармонии с самим собой и с окружающим миром.